Ребят, подошел Руслан ко мне, сижу вот на стульчике вовсе, вляпался в какую-то историю интересную, готов поделиться, что у него там произошло, не знаю. Вот сидит, сейчас фотку найдет, расскажет. Короче, ты переключишь камеру? Ну вот на тебя переключил. Ну, короче, вчера до того, как с тобой встретились, у меня была девочка дома, фрилансерша. Ага. Я ей заплатил 1500. И на самом деле я, ну, немножко сам дурачок. Я просто достал из кармана, вытащил деньги, дал ей 1500, засунул обратно и пошел к туалетам или помыться. Ну да, как обычно. Вот, то есть, ну, две минуты. И в итоге вот она из этого кармана куртки 5000 моей вытащила. А я дурак, я даже не стал проверять. Все, ее на ресепшн проводил. Получается, потом куртка такая осталась висеть. Потом с тобой встретились, потом погулял, потом поспал. И только через сутки на утро понял, что в кармане-то нету денег, 5000 не хватает. Руслан, я тебе хочу сказать, если бы ты даже опомнился вовремя, да, и говоришь, надо было проверить, она, я думаю, их так глубоко засунет, что тебе не удалось бы их найти. Да, ничего не докажешь. Вот, короче, фотка. Ребят, вот фотку еще покажет, запомните я ее. Я не знаю, контактные данные надо, не надо. Вот, ну, контактные фотка, данные там, не там, надо. Там фото куча. Подожди, куча. Это не трансформатор? Не, девочка, вот. Девочка, да. Она, там написано, ей что-то лет, там написано этот, как ее, ну, хорошо видно на самом деле. У нее там куча фоток, она не скрывается. Не спеши, чтобы люди запомнили. Она меня не заблокировала, короче, ничего не скрывается. Ага. Вот. Есть ее WhatsApp, ну и вот сейчас там последняя фотка. WhatsApp не надо, ты знаешь? Вот, написано, типа, не 20, надо. 22 года, типа, 160-47 ну-ка, килограмм. Покажи, ну, там. Вот это iFriendly, типа, приложение. Ага, ну, чтобы люди знали, кто ворует деньги-то. Короче, 5000 вытащил, а я через сутки дурак заметил. Я тебе хочу сказать, ты меня удивил, потому что, чтобы девушки деньги воровали, слышу первый раз. Трансформаторы, да, на этом практикуются. А я, главное, с тобой встретились, я говорил на камеру, я говорю, у меня ни разу такого не было, что кто-то что-то у меня по карманам лапал, ничего, сглазил сразу, моментально. Да. Вот, потом сходил в полицию, думаю, ну ладно. Это ошибка. Никогда не ходите в полицию, потому что никто ничего не докажет. Они говорят, мы-то ее найдем. Говорит, мы ее за минуту можем найти по фотографии. Ага. Вот, номер телефона есть, вот, все есть, ее данные. Она говорит, она придет и скажет, что типа, и она у меня украла, а я у нее украл, еще изнасиловал. Говорит, тогда не она попадет, а ты, потому что вас было вдвое в этом, в номере. Все, никто ничего не докажет. То есть слово ее против моего. А, то есть полиция говорит она так, сказала, что... Она сказала, что вот там очень красивая девочка, вот здесь вот напротив, ага. Вот там полицейский участок. Да, да. Девочка красивая в этом, полицейская, на, ну, там, на ресепшене, на стойке. Ага. Она говорит, за то, что ты сюда пришел уже, сказал, что ты воспользовался услугами проститутки, мы уже тебя можем оштрафовать. Вот. Она, блин, говорит, запугивают сразу, на ровном месте запугивают. Да, она говорит, таких как ты тут сотни. Угу. И вот я начинаю выходить, заходят 4 этих индуса с такими глазами. Я через переводчик, я говорю, типа, что случилось? Они говорят, нас транс. Типа, они вчетвером сняли одного трансформатора, вот говорят, где-то здесь напротив Хилтона. Ага. И говорят, ну там телефоны, вот эти вещи, они не стало, оно не стало брать. Ага. Вот, денег 1340 бат убрало. Нихера себе, один трансформатор. Да, один трансформатор опустил четверых. Я говорю, а как так? Вас же типа четверо. Ага. Ну, они говорят, ну вот, типа, не углядели, не это. Как, не понимаю. И все, никто ничего не докажет. Руслан, вот так же, как ты ходил в полицию, здесь был, как там его. Парень, подписчик, может, и на стримах видел, с Иванова. Алика, помнишь трансформатора? Кому да. Подписчики деньги на сиськи скидывались? Да, да, вот у... Молодой такой. Да, с русским жил туристом, и два раза русские деньги украл и ходил в банкомат, менял их на баты. А виноват сам русский, показал Алику, что у него лежит пачка денег русских, показал, что это русские деньги вместе с Аликом, сходили в обменный пункт и показал Алику, что вот эти русские деньги можно на баты менять. Алик быстро смекнул, два раза нахлобучил,
парень пришел прямо на стрим жаловаться, и потом в полицейский участок ходил, на Алика заяву писал. Я тоже, вот, я расслабился, то есть я дурак, при ней из кармана куртки, которая, ну, вот, висела на двери, я вытащил, то есть она видит, что там как бы не одна тысяча, я полторы дал, обратно положил, ну, расслабился, вот, думаю, ну, что. И сейчас, кстати, сейчас все наоборот прекрасно было, вызвал девочку за 1500, и не я ее, она меня насиловала, очень, 19 лет, офигенная молодая. Я был не уверен в фотографиях, были все отфотошопленные, а пришла такая моделька, худенькая, 19 лет. Вообще, ну, как я люблю. Я договорился, что с ней там завтра, послезавтра еще раз встретимся. А фотки-то есть, может, тоже покажешь? Да. Нифига, и... повезло тебе. Короче, ты... Ну, вот один, у меня как, через одну. Везет, не везет. Слушай, ну ты в день отстреливаешься по два раза, две девчонки в день. Сегодня еще была утром массажистка, но... она, как сказать, только этот, ням-ням. А, и все. Вот. Я говорю, почему, типа, нет? Она говорит, у нас тут, типа, шторки, второго этажа у нас нету, типа, комнаты нету. Понял. Говорит, я только вот так вот могу, там, ртом, руками что-нибудь. Ну, такое. Понял, чтобы тихо вот, все да, было. Вот просто справа и слева я чувствую, что с одного края тетка русская, ну, лежит, еще говорит, они еще все понимают явно. А русская чего там делали, интересно? Ну, просто массаж, просто массаж. Чего-то вряд ли она просто за массажем. А там я понял, что сидят два типа массажисток. Одни молодые, красивые, вот ей 21 год. А вторые, которые реально массажистки. Руслан, ну ты молодец. Я вот могу тебе только позавидовать и сказать, красавец, я уже в своем возрасте не тяну в день по две девчонки. Мне бы с одной бы как-нибудь справиться, и то через день. Вот, написано 20 лет. Я был не ну, это хорошая девочка сегодняшняя. Понял, сегодня, да? Я был не уверен в фотографиях, она здесь какая-то пухленькая. Ага. Вот, а на самом деле пришла, вот здесь вот прямо видно, что у нее да, щеки да, пухлые. Да, щеки пухлые, она, может, похудела да. просто. Она пришла, в ней, дай бог, там, не знаю, 37 килограмм, наверное. Такая легкая. Она, да, и она, короче, этот... Вообще как будто фотки не ее на самом деле. Да, ну, по татуировке, да, вот видно, что она очень красивая, еще загорела. Вот здесь вот прямо видно, что щеки такие пухлые. Ну, знаешь что, Руслан, похудел, стал работать фрилансершей. И очень, видишь... Я прямо доволен вот это. Ну, то есть через одну, вот так вот. Ой, массажистка, которая это там... Бум-бум отказалась сделать, дала мне свой лайн, говорит, сегодня-завтра после работы я к тебе в, этот, в отель. Молодец, вот я удивляюсь, мы с тобой по шестой сойке ходили, ты обратил внимание, меня мало кто из баб цепляет, все на тебя молодец, сразу. Я сейчас только что прошелся, меня тоже за руки, я думаю, а я устал, я спал 3 часа. Да, я тоже по 3 часа сплю, больше не сплю. Что-то и рано встал, я же каждый день отель меняю. Да. Я сделал как, я... каждый день снимаю новый отель. Uh-huh. Вот, который мне понравится, в том и останусь. Пока мне ни один не понравился. Они плюс-минус все в одну ценовую категорию 50-70 евро. Вот. Ну, и сейчас вот я за 100 евро снял. Вот, The Hilton, вот там вот. Да, где-то. Понял. Там с большим бассейном, как-то Grand что-то там, Avenue или Avenue, не помню, как называется. Uh-huh. Вот завтра хороший, подороже чуть-чуть он уже. Надеюсь, там останусь. Если хочешь, сейчас этого подождем парня Диму. А что за Дима? Ну, хочет встретиться, пообщаться. Нет, у которого этот трансформатор переделанный в девчонку. И он тут первые 2-3 дня ходил, весь в облаках летал, говорит, девчонка меня сама срезала, денег не просит. Красивая, симпотная, на стрим пришел, а я и Биби сразу говорим, что это трансформер, а не девушка. Сами не узнали, да? Да, и вот это, он хочет это тоже в бар куда-нибудь сходить, что-нибудь посмотреть. И тогда, ну, втроем, если пойдем или что, я не знаю. Давай, давай, сейчас он подойдет и сходим, конечно. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Да, да, сейчас, давай, подождем его. Все, тогда. Все, ой, ужасно снимает это. Very sexy. Спроси массаж-то сколько? Нормальный массаж. 1,500. Но это все в него уже входит. О, бум-бум. 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 Как они это называются? Ну вот она уже назвала. Бум-бум, она сказала, да. Конечно. Ребят, на улицу сходили мы удачно. Руслан нас покидает. Сегодня сформировалась реальная пара. Ждем такси, они уезжают, остаемся с Димой вдвоем. Да. Еще не забыл сказать, что за 1000 бат. Да, за 1000 спокойно едет с ним, видите?
на улице еще в конце сама подбежала, говорит, ты мне очень понравился, обменялись контактами, и говорит, я с тобой пойду. Ну, а Руслан, джентльмен, отказать никак не мог. Тем более недорого. Ну, молодец. Вот если вчерашний, допустим, отель, так он здесь где-то находится, рядышком совсем, 100 метров. А сегодняшний отель... Переехал ты, да? 2-3 километра. Тут пешком с ума сойдем. Да, что, неплохо, да, по этой улочке прошли. Останутся у тебя воспоминания о ней. Прошелся, вообще меня сняли, а не я. Да, да, удивительно, блин. На шестой все на тебя липли. Ну, ты видишь, парень, культурно выглядишь, интеллигент в рубашечках. Без загара. Они сразу видели. Было 3 минуты, стало 4 минуты. А тут с пробками, видишь, с такими, конечно. Веди в массажку. Can we go to massage? With you. Массаж. Ну, сейчас надо перевести. Пойдем к тебе обратно в массажный салон. Зачем ехать в отель? Что скажем? Давайте. А 1200 она говорит. Да, так бы ты к себе бы за 1000 забрал, а тут 1200. Какая разница, ну, такси 200 тоже будет. Ну, Руслан, давайте, удачи вам, счастливо. Отменил. Отменил, да? Да, все. Давайте. Есть какой-то контакт, может быть, потому что я думаю, что я через час буду уже свободен. На бичке встретимся, давай, там. Мы туда посидим. Да. Все. Ну что, вот такая парочка веселая. Хорошенькая девочка. Пойдем дальше. Не хуже той из Лаоса, которая. Что? Не хуже той, которая из Лаоса. Да, не хуже, ага.